Ребятки, доброе утро всем. Пошли ко мне гулять, гулять, гулять. Гляньте, Никины детки приехали. Вот такие детки конфетки Никухины. Пошли, 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 ко мне. Никины детки, у них первая стрижка сегодня, ребята. Ой, ой, надо все обнюхать. Все обнюхать надо. Идите ко мне, скорее, 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 скорее. Мои хорошие, мои красивые, мои любимые собакины. Собакины, собакины, где вы там есть? Помчали, помчали. Ребятки, в общем, буду стричь. Хочу вам просто показать дом, какие они, да? Вот, а потом вам покажу после, какие они получились у меня. Будут красивые, обещаю. Работы много, сложно, потому что, ну, как сказать... Не очень любят щенки стоять. Стрижка займет по времени минимум 2 часа на каждого, минимум. Вот, полностью все сделать, красиво сделать, качественно. В общем, буду стараться, потом вам обязательно покажу. Так, да ничего уже там нету. Ничего там уже нету. Уже все съедено. Вот такие балованные дети, ребятки, вот такие. Но ничего, будут красивые, обещаю. Сделаем. Барточка. Барта, барта. Ай, ай, балованные такие. Ой, и балованные какие. Выросли такие класснючие, класснючие. Обалденные вообще. Просто супер. Просто супер собачки. Сейчас вид, конечно, сами видите, какой. Ну, детская шерсть, она отросла, она некрасивая. Ну, такая, видите, пушистенькая. Вообще, ну, сделаем, будет очень-очень все будет красивенько, красивенько, да. Да, будет очень все красиво. Ухи балованные. Они живут в разных семьях. Просто их хозяева между собой дружат. Так что они вместе, как бы сказать, растут, друг друга видят. Это вообще шикарно. Это просто классно. Так, ребятки, все. Пошла работать. Потом вам обязательно все покажу. Так, друзья, товарищи, выходите. Фух. Ребята, подстригла все. Вот так вот получились. Так, выходите, пожалуйста. Вас не видно. Выходите, выходите. Давайте. Одинаковые. Только один с бантиком, вторая без бантика. Одинаковые абсолютно. Ой, чудные. Чешется, конечно. У них тело чешется, потому что, ну, представьте, был такой волос длинный. Идите сюда, детвора. Да, да, да. Иди сюда. Иди сюда. Такие маленькие, такие классные вообще. Так, ребятки, Люся вышла. Люся у нас сейчас, видите, капельница. Ездим на капельницу. Предэклампсичное состояние было. Кормлю сама детей сейчас. Люся отлучена от деток. Детям 8 дней. Вот. Так что ночью кормлю, днем кормлю. Сама. Полностью. Искусственное скармливание. Купила детский Royal Canin. Ну, не просто молочко для кормления Royal Canin, а, друзья, Молозово Royal Canin. Недешево это все дело стоит. Плюс ты ночью еще не спишь. Днем не спишь толком нормально. В общем, короче. Кто кормил, знает. Понимает, о чем я говорю. В общем, вот так вот, ребятки. Так что Люська у нас сейчас не кормит. Я вам сниму видео, как я их кормлю. 2 раза ночью получается у меня и 4 раза днем. Как ночью? Получается у меня в 1 час ночи кормление и в 4 часа ночи кормление. Вот. Вот так вот. Тьи. Ой, чудные. Марфу закрыла, потому что Марфа сдирает бантик с головы. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Хорошенько. Люсик. Люсечка моя, Люсечка. Ребятки, езжу с Люсей на капельницу. Вену колю уколы. Подкожно колю уколы. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот у нас сейчас не весело. И так времени нет, не ношу. Еще плюс сейчас, ну, щенят кормлю. Так что, так скажу вам, знаете... Вот такие у нас дела. Не очень дела у нас, конечно. Ну, что есть? Ой, господи, боже мой.
Если, ребята, на видео услышите звуки, не пугайтесь. Это сбивают ракеты. Вот. Такие звуки. Сейчас воздушная тревога. И... Ну вот я уже 7 раз слышала. Бахнула 7 раз. Рассекает воздух. Летит. Вчера вот тут над домом. Вот как раз там, где вот голуби у меня. И вот тут, а сверху. Бабах! Я как раз во дворе была. Думала, сердце остановится. Такое состояние было. Так, ребятки, все, я вся в шерстяке, постригла собак. Сейчас пойду купаться. У меня сегодня до меня вечером в гости должна приехать еще моя кумася. С Италии приехала. Вот. И скоро уже и уезжает. И виделись всего лишь 2 раза. Так что нет времени. Вот, вот так вот. И у нее времени нет. Ей тоже надо всех родственников объездить. То туда, то туда. По селам, по кладбищам поубирать. Вот, потому что не было 1,5 года дома. И мне тоже некогда. Такая жизнь. Что нам некогда даже встретиться по-нормальному, посидеть. По-человечески, знаете. Куда-то сходить вместе, где-то в кафешке посидеть. Да и настроения нету. Ну, знаете, как ракеты над домом летают, так настроение такое себе сомнительное. В общем, вот так вот, ребята. Не знаю, услышите, не знаю, услышите, не услышите звуки, в общем, такие звуки у нас. Заяц, иди сюда, за лестницу запрятался. Все, ребята, сделал муж вот такую лестницу. Огроменную просто, гигантскую. Залазить на дом. Дом высокий. С обратной стороны ее поставят. Потом там она будет стоять. В том дворе. Ну, сейчас пока тут. Крыши ждем же. Должны крышу там делать. Вот это... Наверное, ставить ее будут. Там на нее залазить, ходить там. Но там удобно можно ходить. Он с перехода. Он спокойно можно ходить. Вот там, вон, видите... Там ровная такая крыша, пологая, и там можно ходить. Вот тут, кстати, тоже можно ходить. Вот это наша спальня, длина нашей спальни. И там тоже можно ходить, там пологая крыша. Так что вот так вот. Да, Люсиндочка, да, мой сладкий, да. В общем, Люсик у нас сейчас, ребята, на лечении, вот так вот. И кальций, и корм с кальцием, детским кормом кормила бэйби, Royal Canin Baby. И витамины с кальцием давала. Ну, что такое Люся 2 килограмма и 4 щенка, сами понимаете. Никакие витамины не восстановят, понимаете, надо. И кальций, кстати, после родов каждый день еще плюс колю кальций, между прочим. И видите как. Ладно, ребятки, вот такое видео показала вам, постриженных песиков показала. Марфушины, братики, сестричка Марфушкины. Ужасно себя вели, плохо, прыгали, скакали. В общем, не очень. Ну, под конец устали, сидели уже, конечно, но поначалу это было трэш. Поначалу это было что-то с чем-то, это первая стрижка в их жизни. Вот, так что плохо себя вели он. За колесом спрятался, сидит. Ладно, ребятки, всем всего хорошего. Пока вот такое видео. Не сильно длинное. Ну, просто пойду я купаться. Вся в шерсти, лицо чешется. В общем, все чешется. Пойду я. Всем всего хорошего. До нового видео. И пока всем, друзья.